Всем привет! С вами Ирина и Алина. Сегодня мы отправляем новогоднюю открытку с поздравлениями Татьяне с Николаева. Это женщина, которая присылала мне семена орхидеи. У меня сохранился конвертик с обратным адресом, я его храню. Вот, Танечка, мы вас помним. И, конечно же, мы не можем вас не поздравить с Новым годом. Мы вам желаем... Вам и вашей семье всего самого-самого лучшего, чтобы все желания ваши исполнялись, крепкого здоровья, берегите себя. Также классных экземпляров, здоровых и цветущих вашу коллекцию, чтобы ваши орхидейки вас радовали. Я знаю, Таня занимается орхидеями, вот она, у нее их много, так что да. И да, я извиняюсь за голос, я немножко приболела. Также хочу вам показать, поставила луковицы на выгонку. Это было на выходных. Значит, посередине огромной луковицы это гиацинты. Кто помнит, они у меня лежали на балконе в видео про арбуз. А то по бокам вот спустили уже росточки. Просто я зашла на балкон, увидела, что уже росточки. Это крокусы. И я думаю, дай-ка я их посажу, пока они у меня не испортились или не проросли дальше. Я их посажу. Вот, в дальнейшем это будет, ну, или на подарок. Как-то я задекорирую вот эту вот чашечку, что-то придумаю. И я надеюсь, оно у меня все зацветет. Вот, и оформится как подарок. Да. Также можно регулировать выгонку. Кому надо, к определенной дате, то есть сначала мы луковицы держим в холоде, то есть это может быть холодильник, либо подвал, вот, внизу холодильника, потом мы выставляем на холодное окно, вот, потом мы выставляем уже в более теплое помещение, где 20 с лишним градусов. Вот такие у меня луковички. Гиацинты разных цветов, я уже не помню какие, и крокусы. Крокусы желтые и крокусы сиреневые. Также вот такой у меня циклонен цветет. Красавец, просто красавец. У меня такой умничка, такой трудяшка. Я, как всегда, кошка бегала, насорила. Вот. Пуансеттия. Роза моя отцвела, очень цвела долго, так как тут прохладно, она цвела очень-очень долго, меня радовала. Туда я тоже гиацинт всунула, потому что мне там не хватило места. Так что да, перенесла сюда я свою калатею, потому что у нее там в комнате кончики листиков, то есть не хватает все-таки ей влажности. Никак не хватает влажности, я ее перенесла сюда, поставила на керамзит, там водичка. Фиксировала шишками, чтобы мне этот стакан не упал, был надежно. Рукари мои прижились, все хорошо, третья стоит там. Вот. Вот эти две большие я ставлю себе и маме, а ту, ну, ту как придется. Так что да, вот такие у меня растения. Кстати, мое каланхое будет зацветать. Оно таким красивым цветет, оранжевым. Оранжевыми розочками. Вот. Очень неприхотливый цветок. И главное то, что он цветет. И цветет очень-очень долго, пока вам не надоест. Да, так что...
такие дела. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.